Новая реальность. Здравствуйте, Муха. Здравствуйте, Джен. Несмотря на прошедшие веселые праздники, мы все еще в состоянии рассказывать вам о компьютерных играх. Как всегда, я встрял первым. Да? Несмотря на яростное сопротивление Джина, фирма Technos Japan Corporation выпустила игрушку Double Dragon по мотивам одноименного боевика. Прежде всего, игра порадует японцев, потому как она выполнена на их родном языке. Единственными английскими словами в игре являются только слова в заставке Continue и Game Over. Игра по самые уши и по самые брови напичкана видеовставками из фильма. Бесспорно приятно увидеть знакомые голливудские фейсы Марка Декаскоса, Патрика Роберта, а также Зуброва Денниса. Хотя как он попал в этот фильм, я так и не понял. Ну да ладно, не будем об ужасном и перейдем к еще более ужасным – графике. Видимо, все силы разработчиков ушли на тщательное пририсовывание китайских иероглифов. И поэтому графика получилась отменная. В общем, игрушку можно сравнить с однотипными X-Men и Street Fighter. Короче, игра порадует любителей мультяшных боев. Муха, ты совсем в свои файтинги заигрался? Я-то хоть во что-то играю, а ты вообще ничего не играешь. Я хоть не играю, зато я строю. Вот у меня друг есть Макс. Вот он строил, играл, и у него от радиации даже мышка развалилась. Наверное, все когда-то играли в SimCity, а позже и в SimCity 2000. Ну а теперь у вас появилась возможность сыграть в SimCity 3000. Эта игра выпущена в 1999 году, и это означает, что используются самые новые технологии. Вы можете создать свой город, используя ландшафты, начиная от Сан-Франциско и вплоть до Берлина. А также вы сможете построить самые лучшие здания, например, Empire State Building, Кремль, Статуя Свободы или Биг Бен. К тому же есть возможность посмотреть, как протекает жизнь в созданном вами городе. Полностью новые миссии и множество новых типов событий и катастроф. Все это ждет вас в игре SimCity 3000. Джин, ты ничего не замечаешь? Где? Ну приглядись. Не. Ну принюхайся. Не. Ну ты даешь. У нас в студии застоявшийся запах однообразных игр. На некоторых он дурно влияет. Исключением является насекомый, то есть я. Свежим ветром врывается к нам творение знаменитой компании Namco и представляет обычную вещь – игру «Сокровища глубины». Вся необычность игры заключается в том, что вам собственноручно придется окунуться в глубины океана, а предстоит вам поуправлять странной техникой, напоминающей глубинный батискаф. Особенно это понравится родственникам Камбалы и команде Кусто. На пути вам встретятся кубические сундуки с золотом, а также чемоданы и другие коробочки, защищающие ваше судно от нежелательных последствий, таких как укус акулы, собак и водолазов. По графике можно сказать, что она неплохая. Эффекты реалистичны, противники разнообразны, а еще она разыгрывается. Итак, вопрос. Сколько стоит в игре SimCity 3000 постройка Empire State Building? А вот сколько стоит, мы узнаем от вас. Если вы пишете к нам свои ответы. Ну а мы же ныряем в глубину виртуальной реальности. Всем пока.